Всем привет, с вами Топ Геймер, и сегодня я начну прохождение игры Need for Speed Carbon, то есть продолжение Most Wanted старого. Да, это история о возвращении игрока в старый город, Долм Харбор. Где он выиграл гонку и якобы взял деньги, но это деньги были фальшивые, и его просто подставили. И он решил разобраться, что к чему. Ну, мы решили разобраться, что к чему. Вот в Unknown City. Интересно, случайно было или нет? А тут что? Слушай, Серж, мы попали. Нам нужно срочно уматывать. Бери мою тачку, выбирайся отсюда. Это не случайно та машина отъехала, правильно? Дала нам уйти. Не случайно. В сумке оказались не деньги, а какие-то бумажки. А что же Кросс? Ушел? Полиция теперь на охотнике за головами. Эй, кого я вижу? Серьезно, наша машина сломана. В Рокфорте я и джипу ломил.
и летало тут. Сидеть! Сломал. Что, не ждал? Нам есть о чем поговорить насчет Рокпорта. Что скажешь? Это тачка. Я, кажется, не просил тебя встревать, Крок. Крок. Чего ты взял, что я позволю тебе охотиться в городе казино? Я Кросс, а этот тип не из ваших. Когда-то был из наших. Сколько за него дают? 150 штук. Дэвид, займись этим парнем. Так вот, в чем тут дело. Ники, это будет забавно. Какого черта ты сюда приперся? Ну-ну-ну, эй, ну-ну, потише, девочка. Я пока не в курсе, что произошло. Но я точно знаю, что тебе нужны серьезные деньги. Конечно. А у меня есть кое-какие сложности с переделом города. И твои способности в этом деле будут очень кстати. Я ведь, кажется, уже дважды спас твою задницу от больших проблем. Так вот, услуга за услугу. Подозрительно. Ники, ведешь своего старого приятеля в курс дела? Ты шутишь, да? У тебя есть еще идеи? Начинайте прямо сейчас. Не подведи. Как в тот раз. А можно мне Ford GT, а? Я не хочу с парашки куда читать. Я хочу Ford GT. Спасибо, что дождался. Да ладно. Ники, а кто третий? Неважно. Дариус отдал нам все три, выбирая любую, какая больше нравится. Ну, если их тут три, я могу взять одну? Ну, то есть, вообще мне без разницы, какую брать, но лучше бы вон ту с крутыми дисками. Так проверь, заправлена она или нет. Ух ты! Здорово! Выбирай тачку и давай начнем. Где вот она? Это ли? Честно. Тут какой-то грузовик. Там джипы тяжелые были. Я их убивал. Тяжелые. Тут какой-то сраный грузовик, а. Там занавеси на стадионе убивали. Там заправку взрывали. А тут какой-то грузовик. Yeah.
подадут за это. Да, поехали. Слушай ее, а я буду рядом и прослежу, чтобы она тебя не мучила. Ладно, хватит трепаться. Итак, твоя команда – ключ к победе. Во многих гонках ты можешь участвовать с помощником. Помощник может блокировать противника, разгонять твою тачку во время заезда или подсказывать, где можно срезать. Сейчас я немного побуду твоим помощником для примера. Невилл нам поможет. Он будет нашим соперником. Для начала ты должен научиться подавать сигналы помощнику, когда пришла пора действовать. Без этого он просто будет мотать круги. Давай, пробуй. Молодец. Запомни, это команды для блокировки разгона. Наблюдатель работает с тобой на протяжении всей гонки. Блокировщики действуют как истребители. Могут пожертвовать своей машиной для того, чтобы столкнуть твоего соперника в кювет. Я покажу тебе, как это делается. Скажи, когда блокировать Невилла. Давай. Эй, чего? Как нечестно. Вот так. Понял, как работает блокировщик? Разгонщики — это демоны скорости. Две машины, идущие друг за другом, могут развить большую скорость. Пристраиваешься за кем-нибудь и висишь у него на хвосте несколько секунд. Разгоняешься как следует, обходишь помощника и летишь вперед. Ладно, давай команду, и я тебя разгоню. Прикольно. Давай быстрее. 200. Давай команду. Да. Последний вид помощника — это наблюдатели. Это твои глаза. После начала гонки наблюдатель показывает тебе все объезды и короткие пути. Давай попробуем. Давай, вот, справа даже я. Выполнив задание, помощник некоторое время едет рядом с тобой и набирается сил для следующего рывка. Помощники — это как запас нитры. Если измотаешь их в начале гонки, в нужный момент они не смогут прийти на помощь. Думаю, самое простое ты усвоил. Пора заняться делом. Все, молодец, наконец-то. Это все, что тебе нужно было знать. Я не могу больше тратить время на тебя. Поехали! Поищем приключений. Долго пропал. Зажигал в Рокпорте, да? Тут многое изменилось. Куча мелких группировок. Просто безумие. Попробуй опознать. Эй, копы! Диспетчер, это Кросс. У меня код 6, особо опасный. Кросс, да. Эй, чего? Я помогу. Я отвлеку. Отрывайся!
Внимание, патрулей, у нас погоня, код 3. Всем, кто не занят на срочных вызовах, приготовиться и ждать сигнала. Подробности на экранах. Работаем на канале 2. Высылайте подкрепление, срочно! Экипаж выведен из строя. А, я сказал. Отцепляйте район. Внимание, прикрытие. По последним данным, объект ехал на запад. Отцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Всем экипажам. Уточнить координаты. Подробности на экранах. Это Браво 2-2. Ставим 10.43 между вами и указанным квадратом. Ждем указаний. Пройдите номерок. Диктую. Белька 5, танго 1, деху. Эй, надо встретиться. У тебя есть координаты убежища. Я уже там. Разрешаю прекратить погоню. Нарушитель скрылся. Всем перейти на канал 3. А куда мне ехать? Я тут вперёд, влево. Шутку тут видишь, честно. Ты издеваешься, что ли? Дариус дал тебе убежище. В нем ты можешь чинить тачку и прятаться от легавых. Тебе нужен помощник, и это я. Давай покажу, как тут все устроено. Получается только активировать логотип такой, а? Я поставил кость. Цвет. Белый. Это пусть карта будет. Конту. Тоже. Город превратился в поле боя. Команды постоянно бьются за территорию. Хочешь быть в курсе событий? Смотри на карту. Мелкие команды появляются и уходят, но тебе стоит знать крупных игроков. Город поделен между Бусида Кенджи, командой Вольфа и командой Энджи с 21-й. Ты сейчас для всех ноль без палочки. Но если ты выиграешь несколько гонок и отобьешь у кого-нибудь квартал, все поймут, что ты реально крут. Если главарю покажется, что тебе слишком повезло, тебя начнут искать. В гонке один на один у тебя есть шанс отбить у главаря всю его территорию. Да, это инструкция была. Так, вступление мы прошли, значит, основные гонки будут потом. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи. Пока.